почему вообще как обычно? Два очень спелых инжирика, печенюха и кофе. Чувствую, что будет очень классно. Удовольствие обошлось 100 рублей. Очень классный инжир. Ну, а теперь возьмем десерт. Вот таким вот прекрасным пирожным со сгущенкой. Просто бомба. Ну и на вопрос, слипнется или нет, будем надеяться, что нет. Самое главное в этом деле вытереть нож. Нет, его придется мыть. Ну, а весь мусор нужно будет аккуратно вытянуть в ведро. Именно поэтому и получается, что самое лучшее место для перекуса – это именно детская площадка из-за наличия мусорных бачков, урн